Мощный Боинг, позируя перед фотографами, грациозно коснулся земли. То, что надо. Есть удачный кадр. Читинские споттеры были довольны. Споттеры – это люди, влюбленные в небо и самолеты. Настоящим подарком для них стало официальное приглашение от читинского аэропорта принять участие в споттинг-сессии. Мы стараемся проводить споттинг ежегодно в зависимости от времени, условий и занятости сотрудников, которые будут организовывать процесс. Потому что организовать споттинг-сессию – это достаточно долгий и емкий труд сотрудников. Очень большое согласование списков, лиц, допусков и получения пропусков. Споттинг – дело не быстрое. В 5:30 утра все собрались у терминала, получили пропуска и светоотражающие жилетки. В 6 все уже были на поле, недалеко от взлетной полосы, поскольку самые удачные кадры можно получить в момент взлета или посадки самолета. Я большой любитель авиации с детства, и для меня это эмоции. Я их всячески пытаюсь запечатлеть. Для меня это главное – успеть и не промахнуться, потому что самолет, он все-таки быстро летит, и очень часто не успеваешь просто его поймать в кадр. Наверное, мы завидуем тем людям, которые там куда-то где-то побывали, может, какая-то аура от них останется, я не знаю, как это объяснить. Может быть, то, что мы здесь в таком чистом поле побываем с коллегами, это очень интересно, мы все познакомимся, пообщаемся. Но вообще, это очень классная идея, думаю, что когда-нибудь она еще повторится в нашей жизни, да? Взлетающие самолеты «Суперджет», «Боинг», «Ан-24» теперь останутся на фотоснимках. А вот Елена Климова мечтает увидеть на взлетной полосе читинского аэродрома родную тушку. Так называет она самолет Ту-154, на котором 8 лет летала бортпроводницей. Лена, а вот какие-то нештатные ситуации случались в вашей практике? На Ту-154 не было, на Ан-24 было, но все прекрасно, все произошло, хорошо, посадка была. Угу. Да, но это было очень давно. Угу. Экипажи надежные, все сложилось удачно. Ваша любовь к небу надолго? Навсегда? Ой, навсегда, наверное. Это не проходит, видимо, никогда. Небо и самолеты не отпускают Елену. Наверное, поэтому и сегодняшняя фотосессия совпала с ее днем рождения. Очень знаменательно то, что это мероприятие состоялось именно в ваш день рождения, потому что Лена вот болеющий человек самолетами, небом. Лен, спасибо большое, что проводите этот день вместе с нами. Вот вам такой подарок. С каждым годом споттинг у нас набирает обороты. В гости к самолетам приходит все больше и больше людей, уже увлеченных авиацией, ну или хотя бы авиационной фотографией. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье».